что как его называют. А здесь я мыльную рядовку нашла. Но это несъедобные грибы. Мыльная рядовка. Я отдельно ее потом сниму. Вот такой красавец. Саш, это рядовки. Вот какие красивые. И запах у них хороший. Типа петушков. Хорошенькие какие грибы. Надо разобраться. Возьму книжку и разберусь. Очень хочется мне этот гриб попробовать. Я с ним сейчас расправилась, и он мне очень нравится. Это какая-то рядовка. Пахнет она очень вкусно. Вот у него такая ножка. Сейчас посмотрим, если отделяется от шляпки пленка, то может быть и съедобный. Пленка отделяется. Я такие в книге видела рядовки. То ли она скученная называется, то ли какая. Ну, попробую, наверное. Вот какая она в разрезе, в разломе, то есть. Вот такая молодая. Вот такие зелененькие я уже ела. А беженькие такие, серенькие, нет еще. Но это не серая рядовка, не такая, которая популярная у нас в народе. Тут еще маленькие какие-то грибочки выросли. Ух ты, интересно. Надо разобраться.